«Девятка» и «Иномарка» столкнулись на трассе 10 января. Около полудня на 15-м километре автодороги Нижний Тагил-Нижняя Салда водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в «Форд Фокус», следующий по встречной полосе. Водитель и пассажиры данных транспортных средств получили травмы, доставлены в больницу города Нижний Тагил. Также сотрудниками госавтоинспекции на месте произведен осмотр происшествия. Выясняются очевидцы. Водитель «девятки», 21-летний мужчина, ранее уже привлекался за незначительное нарушение правил дорожного движения. Он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода основания черепа, перелом правого бедра, травматический шок. 74-летняя пассажирка автомашины «Форд Фокус» также в шоковом состоянии, направлена в больницу с многочисленными травмами.